Я не ошибусь, я тебе скажу, что наша областная библиотека переживает второе рождение. Сегодня резко меняется ее облик, фасад, проводятся большие ремонтные работы, и параллельно продолжается действие библиотеки по своему назначению. Вот самое важное, что сегодня на меня произвело впечатление, это открытый музей библиотеки, рассказывающий историю становления библиотечного дела Челябинской области, историю о тех людях, которые стояли у истоков, благодаря которым сегодня библиотека есть такой, как она есть. Это очень важно, особенно для молодежи, которая сегодня многого не знает из событий прошлой жизни. Здесь собраны экспонаты, которые показывают не только историю развития библиотечного дела, историю Челябинской области, но и в какой-то мере и быт того времени, и людей, которые сегодня незаслуженно порой многие забыты. И я думаю, что это большой момент, который позволяет передавать традиции и создавать преемственность между прошлым и будущим. Вот для молодежи это очень важно. Конечно, хотел бы поблагодарить руководство библиотеки за ту работу, большую просветительскую работу, которую они проводят. Очень важно сегодня, чтобы книга оставалась у молодого поколения самым важным документом, который они используют для повышения своего общеобразовательного уровня, для проведения времени, досуга. И я думаю, что сегодня библиотека как раз на правильном пути, и создаются те формы работы с читателями, которые позволят наших южноуральцев обеспечить и вооружить необходимой информацией и не забывать свою историю, потому что та непреложная истина, которая гласит, что тот народ, который не помнит историю, не имеет будущего, вот здесь как раз к месту. Мы имеем перспективы для своего будущего, потому что мы помним историю, чтим тех людей, которые для нас создали сегодняшние условия.